Четвертый фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» собрал в Гомеле юных спортсменов из Беларуси и России. На арене Дворца легкой атлетики состязаются представители 45 команд. В нынешнем году организаторы изменили возрастные группы участников. Медали разыгрывают в двух возрастных дисциплинах – 17-18 и 16-15 лет. Такая мера должна повысить зрелищность состязаний и конкуренцию. Атлеты соревнуются в беговых видах, барьерном беге, прыжках в длину, высоту, толкании ядра и спортивной ходьбе. Победителей в личном и командном зачетах определят завтра.